Здравствуйте, уважаемые подписчики. Вот сегодня у нас... Сан Саныч, какое число? 21 июня 2023 года. И к нам кто, Саня, приехал? Приехали ребята, друзья, которые в прошлый год приезжали. Второй раз к нам, да. Второй раз приехали сюда. Приготовили вон шашлыков. Приехали, угощают. Да, привезли нам контора на лошадей. Ну вот это она еще у вас не было, да, дорогие? Не, второе. В том году мы ходили, она вот где-то. Да, да. И она жаробная. Вот сейчас, Саня. Вон, Венера. Интересная масти, во-первых, непонятно. Удячало это. Раньше больше скаковых держали казахи, а сейчас берут вот именно тяжелые. Энергетику. И все, знаете, тебе батя шло. Не носик, не запах. Александр, с какого города вы приехали? Мы? Едем в Ниншепах, если кому скажешь. Ну, сейчас скажу, ну, Мюнхен, Штутгарт, с той стороны. Мюнхен 90 километров, Штутгарт 120. Наш ландкрайс Гюнкрук. Один раз у меня вот это лежит. А я, ну, когда грунштук сделал. Спокойно, это мой формат этой лошади, бляха. Да, она и будет учала. Вот на ляжках он. Венерка. Султан, а это. Салют. Салют кайфует. Проветы. Будем мощать. Вот 6 месяцев она сложит формат. Я думаю, за это жаробья он печку зробить в машине. Да, я думаю, что она будет это желтенько. Да, да, выпадет. Это детская, дедорог. И костяк, Леша, заметил, костяк. Месяц. Вот, друзья, коневоды собрались. Оценивать карьер жаробки. Полтора месяца. Мамка лялька, мамка, да, лялька, и назвал Воланга. Как бы сначала думал, короче, на сколько Сан Саныч ей уже? Я на 1 июня родилась. 21, вот лялька. Такая красавица. Красавчику только 5 года 18. А сколько ей, Саня? Годов 15 будет. Больше. Не 15, а 12. Не матут батьковой кобылы. Саня, у меня батька работал конюхом. И был на пенсии, его еще приглашали. На зиму найдется какие-нибудь, типа конюх. На лето тяжко найти. И он за зиму наробит гроши там. Потом запьет, и он их батьку, пьянику часто приедет, говорит: Данилы, попаси, давай на конюшню работайте. Ну, я ж тебя его батьку не покидал, я в колхозе работал. Все, туди, а у нас были немцы. Там и работать все надо. Советские такие, да? Покороче. Советские. Советские.
готов всем. Это центры и дырочки. И вот, не скинут уже, да? Это клык. Клык. Это клык. Еще баш молодый. 6 годов, 7. Пять ему годов, того 3 июня. Нет, так это ему понятно. 5 годов было. Это ему понятно. Алексей, твой подлиннее. Как ты его назвал? Игнат? Это, естественно, костец мощнее, чем... Не, вот разница. Но этому у кого было 15 июня... Ай, копыт. 15 июня было 2 года. И вот я вчера... Ну это от салюта. Когда у коней черный копыт, он намного красивее белого. Как бы не так красивый желтый копыт проедет. Я настираю. И от того салюта. Викторович, будем водить его в пароход? Я, Саня.